здесь мы все вместе собрались, это праздник искусства, который дарим мы друг другу. Любовь к России, ее героям и славным победам часто становится темой творчества многих художников. В Химках открыли выставку «Родина, которую мы защищаем». Здесь представлены работы как именитых мастеров, так и начинающих художников. В центре внимания – матушка природа, исторические события и современность. Тема сама по себе «Родина, которую мы защищаем». Мы попытались отразить и военную тематику, которую у нас есть художники из студии Грекова, военной студии. Вот видите, вот там зал. И тоже так же у нас есть красивые пейзажи, которые тоже было бы выглядело. Так что вот мы именно вот защищаем эту родину. И я надеюсь, что, в общем-то, зрителям должно это понравиться. Виктор Каленов добавил, 160 художников захотели стать частью этого патриотического творческого проекта. Среди авторов широко известные мастера. Александр Ветров, Андрей Архипов, Виктор Шилов. Эту выставку будут сегодня, наверное, уверен, будут посещать школьники, старшие классы, молодежь. Потому что сегодня, вы знаете, вот прекрасный экскурсовод рассказывает, и можно побеседовать с художниками. Каждый рассказывает о своей картине. Увидеть экспозицию «Родина, которую мы защищаем» можно до 25 февраля в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Вход свободный. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.